Вот вы их видите, они сейчас на экране. Они новые браслеты, они представлены в виде двух видов, двух оттенков, серебро и розовое золото, женские браслеты. Мужской браслет, он такой матовый, браслет с голубыми угольями, очень хорошо смотрится брутально на мужской руке. И вот именно почему эти браслеты вот столько лет уже завоевали рынок. Вот медицина, она рассматривает человеческий организм с разных точек зрения. В техническом аспекте человек является сложной биоэнергетической системой, образно говоря, основной электростанцией. У нашего организма есть свои, есть свои генераторы электричества. Это прежде всего головной мозг, сердце. Проводники – это нервные волокна, и потребители биотоков – это внутренние органы, и поглотители балластного или остаточного электричества – это акупунктурные точки на поверхности кожи. К слову сказать, именно на восприятии импульсов электрического тока, исходящего от мозга и сердца человека, основана работа электроэнцефалографа и электрокардиографа ЭКГ. И биотоки влияют на наше внутреннее настроение, состояние, здоровье. Благодаря биоэлектрическим потокам, движущимся по нервным тканям, происходит перистальтика кишечника, сокращение мышечной ткани сердца, работа мышечно-суставного аппарата, обеспечивающего двигательную активность человека. И биоимпульсы, исходящие из головного мозга, они регулируют синтез белков в печени, гормонов в железах внутренней секреции, влияет на выделительную функцию почек, устанавливает периодичность дыхательных движений. И все ткани нашего тела, они на 95% состоят из воды с растворенными в ней солями. И поэтому они являются прекрасными проводниками электричества. И беспрепятственное движение биоэлектрических потоков в организме – это основа здоровья человека и четкой работы центральной нервной системы, отсутствие энергетических и мышечных зажимов. Однако это идеальная ситуация. Это ситуация, которая вот именно нам подтвердила, что благодаря ношению браслетов мы стремимся к этому идеальному состоянию. На деле мы же стрессы, перегрузки, травмы. Кроме того, нас окружает огромное количество электромагнитных волн, излучаемых компьютерами, всевозможными телевизорами. Ну а сегодня любой человек, он просто не выпускает телефон из рук. То есть все это нарушает естественный ход биотоков в нашем организме. И в итоге почти у каждого из нас отмечаются те или иные признаки нарушенных каких-то биоэлектрических потоков. Напряжение, боль в мышцах, суставах, усталость, какие-то индивидуальные комплексы заболеваний. Добавляет человеку проблем и статическое электричество, которое накапливается в нервных клетках или частично уничтожается во время сна. И специфическими органами поглощения балластного, вот этого отработанного электричества в организме, являются как раз биологически активные точки или точки акупунктуры, воздействие на которые можно снимать избыточное статическое электричество. Вот это как раз является объяснением того, что, почему мы должны стремиться носить браслеты именно там, в этом месте. И вот сейчас как раз мы с вами и разберемся, почему произошли изменения в наших браслетах. Не только дизайн, спасибо Нареку Сироконяну, что он именно вот такой современный дизайн придал нашим браслетам. На любой вкус остались браслеты с застежками, это более вот, подходят людям, которые вот привыкли к таким браслетом, но мы видим вот современные вот такие ободочками дизайны. Мужской браслет, на самом деле, очень современный. Вот этот дизайн известной фирмы здесь присутствует. И вот, как я уже
сказала, что вот запястье руки, оно примечательно не только, соответственно, под кожей находится лучевая артерия, где великолепно прощупывается пульс, но также здесь находится много биологически активных точек. Вы, по Рофосу мы знаем, что именно на эту точку мы, допустим, электрод. Потому что именно эти точки, они сосудистые, пищеварительные, дыхательные и другими системами нашего органа. И вот то, что сегодняшние браслеты, они сертифицированы, они имеют свой фирменные логотипы, вот эти сертификаты подлинности. И что в них сохранены именно вот эти биокерамические вставки, 5 биокерамических вставок, которые мы знаем. И что сейчас мы разберем, почему произошли вот эти именно технические изменения. В первую очередь изменен, допустим, материал. Была высокопрочная хирургическая сталь. Сегодня высокопрочная хирургическая сталь, она заменена таким материалом, как титан. И все это мы прочувствовали, кто их брал в руки, что они стали очень легкими, ну, как бы по легкости, как пластмассовыми на самом деле. И если посмотреть удельный вес титана и, допустим, стали, сплавов стали, то мы видим, что на самом деле это где-то 30-40% это вес облегчился. Вот. Но это вот обыкновенная физика, посмотрите, это есть так, на самом деле, очень я обратила внимание на удельный вес и убедилась в этом. Кроме того, если посмотреть применение титана в медицине сегодня, то лишний раз убедишься, насколько специалисты Vision, они работают в этом направлении и как раз применяют все самое новое, современное. И если посмотреть, что титан сегодня очень актуальный. Медики, что в титане медика привлекает в первую очередь, это биологическая инертность по отношению к живому организму, сочетающая с антикоррозийной стойкостью, высокими механическими качествами. Вы знаете, если смотреть вот эту коррозийную стойкость, я была очень поражена, что по этому показанию титан не уступает платине. Этот металл очень стойк в растворах щелочей и кислот. В лимфе, которая по химическому составу близка к морской воде, скорость коррозии титана, представьте, 0,2 миллиметра за 1000 лет. Сплавы титана, они устойчивы к перекиси водорода, к формальдегиду, к бензину. Коррозия на титане выявлена после многократных кипячений и обработки в автоклаве, выдержки в течение нескольких месяцев в 3% растворе хлорамина, 96% в этиловом спирте, растворе сулимы. И если посмотреть по тому, что сейчас на самом деле очень легко заменяются хирургические инструменты по составу из вот этой высокопрочной хирургической стали, заменяется на титановые инструменты именно. Если посмотреть, их очень много инструментов сейчас, и что вот эти из титана сейчас очень много материалов используется как для протезирования, и он используется не только и в стоматологии, и именно вот в суставных во всех таких направлениях, и в офтальмологии используется. И я не буду это перечислять. Главное, нужно запомнить, что главное в титане это для нас, например, в нашем направлении, это биологическая инертность и легкость, конечно. И вот биологическая инертность, если рассматривать по сравнению с хирургической сталью, вот, то есть это используется, даже титан используется внутри мышечных тканей. И ткани наши мышечные обрастают, и титан принимает свойства ткани, представляете? И вот хирургической стали, например, присутствует вот это свойство коррозийности. Ионы железа взаимодействуют с физиологическими солями нашего организма
это вот по клиническим всевозможным испытаниям, это может вызывать воспаление и болевые ощущения. Это внутри организма. И вот я, прежде чем вот искала этот материал, его много в интернете, там можно найти во всяких источниках очень официальных, почти доказанных. И я такой поговорила с людьми, с консультантами и врачами, которые очень много работали именно с браслетами, рекомендациями. И мне, вы знаете, я очень много получила обратной информации, где говорили, что да, на самом деле у меня бывали такие случаи, когда браслеты, люди просто, которые обладают очень многими проблемами, заболеваниями, и они обращались, допустим, конкретно по каким-то очень серьезным заболеваниям к врачам, и, естественно, врач им рекомендовал, что носите, это ваш защитник и так далее, вот это изделие, и они не могли носить браслеты, были такие случаи, вот я такой маленький блиц-опрос сделала, и на самом деле это присутствовало, поэтому вот этот металл, материал, который сейчас используется, он, оказывается, это на самом деле не просто безопасен, а и вот такими функциями обладает. Теперь смотрите, биокерамика, биопользуется у нас в браслетах, она, по сути, осталась, ну, направление вот 5 биокерамических пластин остались, и они увеличены в площади поверхности, процентов, чтобы соприкосновение с нашей кожей было больше. И они, обладая выпуклой такой поверхностью, то есть вероятность соприкосновения с кожей больше. И они еще защищены от, вот просто от биологического разрушения, потому что лично у меня было очень много случаев, когда именно на самом деле биокерамика, она разрушена. Именно от вот этих наших физиологических солей, выделяемых кожей, и браслеты просто выкрашивались. Поэтому здесь это все учтено и присутствует. И если рассматривать вот как биокерамику вообще, то есть это в понимании физическом мы вот привыкли, что керамика – это там кувшины из нее делаются, какие-то изделия там, как бы электрик и так далее. Вообще современная биокерамика, которая применяется в медицине, а это, так сказать, наноструктурированный материал, то есть какие-то биокомпозиты биокерамических вставок, допустим, если рассматривать вот одну из, я не буду, вы знаете все, как работают наши биокерамические вставочки, ну, если рассматривать, например, одну из этих биокерамическую вставку, например, с инфракрасным излучением волн в определенном диапазоне, то есть это в медицине оно существует, вот как бы доказательная база полезности этих волн именно в этом. И вот там вот эти активные биокристаллы, это производные биокерамики, которые при высокой температуре измельчают до наноуровня, инкрустируют путем специальной технологии глубоко в волокна ткани. Поэтому некоторые вопросы, которые возникают по поводу биокерамики, делают, иногда вот они выглядят даже смешно. И вот взаимодействие с поверхностью кожи, вот эти биокристаллы, они поглощают тепло тела, активируются, преобразуют его в инфракрасные лучи вот этого вот дальнего диапазона определенного, и они как губка, которая не может больше впитывать влагу, отдают это тепло обратно в клетку, тем самым стимулируя клеточный метаболизм. И вот это вот, ну будем так называть условно, полимерная матрица с кристаллами, она сохраняет вот эти все свойства, преобразует волн, вот в этот диапазон волн, и необходимый, например, для вывода воды из организма, удаления токсинов из организма. И вот инфракрасные лучи, в отличие там, от СВЧ, от ультрафиолетового излучения, они абсолютно безвредные. И более того, когда при взаимодействии с биологическими волнами тела, они провоцируют биостимуляцию, проникая глубоко в организм, ткани, мышцы.
именно энергия инфракрасных лучей лучше всего поглощается телом. Это родной для организма диапазон излучения, и тело охотно откликается на такое тепло, легко и быстро разнося его по всему телу, и активируются молекулы клетки, стимулируется кровообращение, улучшается насыщение клеток организмом, расщепление жиров лучше происходит. И вот что очень важно, вот это именно вывод, вернусь снова к токсинам и шлакам, и поэтому я вот, у меня личное такое, что я хочу, я тоже хочу носить эти новые браслеты, и я думаю, очень мы знаем, что лимфосистема, она начинается снизу. Ну, будем говорить, ноги, что очень важно, мы же знаем. И поэтому очень правильно тоже носить вот именно браслет на щиколотке. Поэтому наши любимые браслеты, например, в старом дизайне мы можем носить на щиколотке. Это улучшит нашу лимфосистему, лимфодренаж организма, лимфодренаж, то есть... Вывод шлаков, токсинов может помогать и ускорять обменные процессы. Вот, поэтому я думаю, что мы найдем применение всем браслетам. Новые браслеты нам нужно сейчас именно показывать, рассказывать о них, носить их.